Вот смотрите, если, допустим, вы женщине сказали, ты можешь 2-3 месяца не работать, побыть дома. Это была ошибка. Потому что если женщина чуть-чуть работает, пусть работает дальше. Потому что если она 2-3 месяца побудет дома и не будет работать, то дальше, если вы ее отправите на работу, она там будет болеть и вообще чуть ли не умрет. И это будет естественно. Почему? Потому что если женщина что-то завоевала с вами в отношениях, назад дороги нет. Или, допустим, так психика у нее устроена. И она сама этого не хочет, так вот получается. Вот, допустим, вы взяли, сильно напряглись и купили женщине дорогое украшение, вам не по карману, подарили ей на день рождения. Мужчины, ну как бы вы можете так сделать, но я вам скажу по секрету, в следующий раз, если вы подарите дешевле, то это не будет восприниматься как счастье уже. Что у женщины, если она что-то взяла, дальше только отпиливать, понимаете? Рука не разжимается. Или, допустим, вы сделали такую глупость со своей. Я просто рассказываю, приколы женские. Ну, женщины знают сами про себя это, ну, что делать? Вот какая есть, такая есть. Вот смотрите, допустим, вы решили сделать такой подарок жене, и вместе, вот вы живете в двухкомнатной квартире, и решили съездить на юг, допустим, и пожить четырехкомнатной. Мужчина, это была большая ошибка. Потому что в течение следующего года ваш мозг будет вынесен. И она скажет, я уже теперь не могу жить в двухкомнатной, понимаешь? Мужчина услышит? Поэтому будьте осторожны. У женщины очень тугая и сильная психика. Она, и поэтому она сильнее мужской. Вот, допустим, как вы думаете, вот вы живете, допустим, у вас есть собачка, маленький ребенок, жена и муж, У кого психика самая сильная? У собачки. Почему? Потому что собачка может сильнее всех выносить мозги. Теперь на втором месте кто? Ребенок. Это значит, что они будут диктовать, понимаете, правила жизни. То есть на третьем месте жена и на самом последнем муж. Поэтому, женщины, берегите мужчин. Понятно, да? Они помирают раньше. Мужчина болеет только в реанимации. Если вы думаете, да ты как конь, ты не болеешь. Понимаете, он как, пока жив, как конь. Помирает незаметно. Раз, и нету мужика. Поэтому берегите мужиков, женщин. Не пилите лишнего, он вам не будет видно, что он типа теряет. Он просто помрет тихонько и все.